Всем привет, меня зовут Олег, с вами канал ZerPlay. Сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 4 ремейк, который... значит, вчера мы где остановились? Мы спасли Эшли, глава 5. Леону наконец удалось найти и освободить Эшли, но опасность еще не миновала. Они окружены толпой агрессивных местных жителей. Леон должен защитить Эшли и вывести ее из деревни. Вот, мы ее должны вывести, идем на точку эвакуации. И у меня почему-то начало подлагивать. Почему? Я не знаю. Почему-то мне кажется, что у меня подлагивает из-за того, что я прокрутил чуть-чуть прокручивание типа мышки, скорость мышки, чувствительность мышки. И из-за этого типа не обрабатывает что ли качество, типа резкость и все прочее. Поэтому я сейчас думаю еще чуть-чуть меньше накрутить. Вот. Потому что у меня мышка не игровая, а обычная. Если я меньше выкручу, я вообще не смогу ни прицеливаться, ни бежать, ни вертеть, ничего. Попробую, значит, сейчас еще вертеть, крутить, как-то мутить данную ситуацию. Вот. И буду смотреть по прохождению самой игры, как что будет делаться. Так, давайте сразу попробуем, значит, настройки в управлении, да? По-моему, не в управлении, в камере. В камере в самом низу, да. Давайте попробуем еще на одну. И здесь еще на одну. По-моему, это... Че, этого не могу застрелить, да? Так, ну, здесь, в принципе, норм. Блин, а вот прокручивание камеры, это очень тяжко. Давай тогда камеру. Настройка. При ходьбе вот так наполовину хотя бы, ну, более-менее. Так, мы с Эшли, что у нас, собственно, подожди, по патронам ни хрена у нас ничего нет, только пистолет, что-то на снайперку, дробовик нету, лечилок ни хрена нету, трава только, мы пороха у нас, ага, давайте патрон хотел на пистолет сделаем. Значит, мы бежим на точку эвакуации. Вот сюда нам надо. Хорошо. Пойдемте на точку эвакуации. Эшли, идем. Да что ты стонешь? Эшли, бегом. Что? Ну все равно подглючивает, что ли? Что? Где? Блин, ну это жестко. Сюда! Так, успел я сделать. Живее! У меня патронов нет. Как мы будем отбиваться? Слушай, в тот раз я... Да, я помню. Просто... это же твоя пропавшая сеньорита. У сеньорит есть имя. Эшли. Эш. А ты кто? Я Луис. А Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но к несчастью... Эшли, прячься. А раз так... Вообще что-то какие-то пролаги. Эшли, живо. Сюда. Лезь. А почему мы тоже туда не заедывались? Ну ладно. Сыграем. Подожди. Давай не играй. Не играй. Значит, все равно пролагивания идут. Я думаю, это можно еще увеличить. Это можно оставить. Так, пролаги. Почему у нас пролаги начались? Их же не было вообще. Что изменилось? Так. Надо еще что-то уменьшить тогда. Ну,
качество текстур. Ну ладно, еще уменьшим. Так. Здесь. Что меняется? Блять, ничего особо не меняется. Давайте так, качество сеток. Качество теней. Давайте низкую сделаем. Так, кэш теней. Что меняется? Ничего не меняется. Давайте выключим. Контактные тени. Так. Тени пускай ставим. Хорошо, рассеиваем. Давайте выключим. Хорошо. Качество объемного освещения. Ладно, хай будет средняя. А тут высокая. Давайте не... Высокая, низкая только? А средняя почему нет? Ну давайте высокая. Ладно, свечение. Ну, ладно, пускай будет. А отражение в экранном пространстве. Давай выключим, ладно. Давай выключим. Особо не меняется такое расширение. Так, включено. Это много. Размытость в движении. Давай выключим. Я думаю, лучше выключить. Блики. Давай выключим, попробуем. Сильно меняется. Ну, пускай так. Глубина резкости. Включи. Ладно, пускай выключенная будет. А, что еще? Так. Качество ресурсов освещения. Низкое, высокое. Ладно. Пускай будет высокое. Качество ресурса емких эффектов. Высокое, низкое. Давай низко, тоже, я думаю, особо не повлияет. Их целая толпа, а нас двое. И так, а это давай попробуем. Камера. Так, вот это увеличиваем. И это увеличиваем. Что эта толпа состоит из чуд... Так, F. Деревянные доски. Закончил разминку? Ну, толкай. А сделал. Заткнись, пожалуйста. Да, ты заткнись и тягай. Ну. Использовать. Лучше, чем ничего. Подождите, не стреляйте. Блять. У меня ж нет патронов, не стреляй. Блять. Трава. Стой. Черт, все равно подлагивает. Отлично. Давай. Так, вроде поплавнее пошло. Блять.
ёбаная бабка. Я-то смогу. Стоп, 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 стоп. По что помочь? Сделай что-нибудь! Так что я сделаю? Подожди, мы зарядимся два часа. Кто помог? Ай, мне помогите! Нет. Отлично. Добиваем. Брось. Блядь, стоп. Стоп, стоп, стоп. Хилка. Использовать патроны на ПП. Блядь. Ой, блядь. Держи. Давай, давай, давай. Прости. Спасибо. Ой, блядь. Предлагаю подняться выше. Все, пруд и пруд, да. Их очень много. Леон, ты можешь сразу лучше собирать? Ёбаны, блядь. Отлично. Супер. Блядь, еще хуйня лезет. Супер. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А что мы можем? А, патроны на дробовик создаем. Я иду, я иду. Подожди. Вовремя. Отлично. Супер. Нет патронов. Нет патронов. Вставай, Леон. Вставай. Ну, действуй. Да как? Подожди. Подожди действовать. Неплохо. Неплохо. Отлично. Забаррикадируй. Использовать. Неплохо. Ай, сейчас порежут. Супер. Они тащат лестницу. Изенгард. Тут. Орки лезут на стену. Использовать. Я не знаю, наверное, низ нам уже не понадобится. Ничего не выпадет. Ничего не выпадет. Нет, что-то выпало. Стоп. Блять, что делать? Режь его. Там еще патроны. Так. Кто? Бабка? Блять. Стоп, 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 бабка, стой, стой на месте. Что это? Что это? Корова пришла. Прости, я немного занят. Подожди, подожди, у нас... О, у нас есть флешка. У нас есть граната. Взять гранату. Подожди. Нет. Я не знаю, где он. Знаю. Стоп. Стой. Еще взять. Его время. Помоги-ка. Да подожди. Еще. Сейчас. Ари Харисо. Так. Использовать.
использовать. Жри траву. Жри траву по максимуму. Блядь. А почему он за мной? Фу-фу-фу, Фабрицио, Фабрицио. Блядь. Жри еще траву. Давай. Вот так. И используй. Все, сдох. Что, Леон? Сюда. Иду. Подождите, я там не все дособирал. Минус дед. Фу. Ты до этого уже кашляла кровью. Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания, видите? И оборудование. Так ты тоже? Ты тоже? Не бойтесь. У Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, значит, решено. И почему вопросы подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче, скажем так. Ладно, до связи. Угу. А, вот так даже. Глава завершилась, отлично. А, так что-то мне по работе пишут. Что дальше? Мы сейчас тогда, получается, должны искать некоторое оборудование, которое знает Луис, чтобы достать из Эшли паразита. Ну, я так понимаю, из Леона тоже, потому что у Леона тоже эта херня сидит. Нам же мужик уколол что-то. Где янтарь? К сожалению, он у меня... Ада Вонг. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив! Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Угу. Ну ладно. Сейчас схожу за ним.
как раз нужно достать еще кое-что. Что? А, ну да, типа нам помочь. Это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Угу. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Так типа... Это типа ФСБшников или это, и из-за какой-то погоды они не могут выслать вертолет. Гениально. Выберитесь из деревни. Ладно. У нас нихуяшечки нет. Подожди. Почему я поставим правую кнопку мыши? Хочу нажать. А, быстрые действия. Давайте поставим на место флешки пока что. А, порох есть. Запасов нет. Ага, две травы осталось. Патроны на пистолет. Хуйма. Так, мы ничего не пропустили там. Что-то пропустили? Что это? Что это зеленая вилла? Или это вам просто так помечено? Ладно, там впереди что-то есть. Где-то тут что-то есть. Ага, вот. Отлично. Эшли, иди подбирай. О, красный берил. Так, давай к торговцу заглянем. Патроны, патроны. Патроны — это хорошо. Шпинель. Тебе наверняка понравятся мои на... Так, совет торговца. Ночные прогулки. Видел этих мерзких гадов с щупальцами на голове. Мало того, что они опасны, их еще и прикончить непросто. Впрочем, у них есть одно слабое место. Они теперь не могут они терпеть не могут яркий свет. Например, лучи солнца. Вот почему днем ты их не увидишь. Так что, если любишь гулять по ночам, советую разжиться световыми гранатами. Я всегда держу при себе пару-тройку. Если хочешь, купи у меня схему и сможешь мастерить такие гранаты сам. Окей, я бы купила, потому что они Привет. Реально помогают. Привет. В продаже есть очень так, что можно обменять вещи, у тебя? Чужак. Что это? 9. Могу приобрести. А, ложа для Red 9. После установки повышает точность и кучность стрельбы. Повышает точность и кучность. Что такое Red 9? Это... А, это вот это. Я почему-то боюсь уже что-то покупать у него, потому что сейчас куплю, и это будет херня какая-то. А, прицел с тремя степенями увеличения становится на винтовке и некоторые виды автомат... Ладно, давайте ложу эту куплю. Будет круто смотреться вместе с пушкой. Приходи. Детали. R9. А, так. И в любое время. Привет. Так, есть кое-что новое. Что продать чужак? Можем? Что мы можем продать тебе? По-моему, ни хрена мы тебе ничего не можем, да. Так, что купить можем? О, дробаш. Вот это хорошо. Значит, я свой продам, а этот возьму. А, обычно прицельная степень увеличения. Ага. Так, а где ты это говорил? Стрелы. А где ты говорил про... Наебал нас. Так, продать дробаш. Вот это. Помпонный дробовик. Готов купить почти все. Чужак. А вот этот полицейское ружье. Заплачу тебе. Дробовик, да. Что надо, друг. Конечно. Превратит любого врага в кровавую кашу. Конечно, превратит. Так, и сразу его надо улучшить. Так, силу улучшить. Держи. И еще все улучшить. Боезапас улучшить. Удивлен, еще улучшить. Да? И перезарядку улучшим. Все. Так, что купить больше ничего нельзя, да? Ну да, все. Все, что есть перед тобой. Чем еще? Ты только там не убейся. Хорошо. А, сохранить. Так.
Давай перезарядим сразу, сразу наше все оружие. Что это? Материалы неплохо. Ой, это что? Вот патроны. Так, материалы, патроны, это хорошо. Что это за записка? Укрепить оборону. Нам поступил приказ от владыки Седлера. Создайте впереди полосу обороны, чтобы ни один чужак не прошел. Я готов идти на любые жертвы во имя нашей праведной веры. Мои верные сторонники, постройте для меня неприступную крепость. Пусть все безбожники, опрометчиво ступившие на нашу землю, заплатят кровью за свои грехи. Ага. Так, впереди сокровище. И нам туда дальше. Ладно, потопали шли. Там какая-то у них оборона будет. Что-то как-то. Да, Кости, понятно. Пошли. Ясно. Пошли. Ладно. Ладно. Постараюсь. Постарайся. Зарезали. Так, где-то тут. Вот где-то там. Ни хрена не видно. Так, давай, Эшли. Идем на пролом. Блять, нас жгут. Эшли! Ты как? Вставай, вставай, вставай. Да беги, Эшли. Эшли, стой. Кто-то... А, бабка. Бабка мутирует. Блядь. Отлично. Все? Угу. Угу. Ну... Сама подожглась. Ладно. Можно и так было. А. Это сундук. Желтый алмаз. Неплохо. Так, а тут что? Тут ничего. Так. Дальше надо идти. Давай, прыгай. Стой, капкан, не прыгай в капкан. Аккуратно, капкан. Я, как всегда, поздно заметил. Так, что мы там наподбирали? А, это можно соединить. Нам нужна желтая трава. А, создать. Так. Давайте патроны на пистолет создадим. И давайте еще патроны на пистолет создадим. И все. Пока все. На ПП чуть-чуть есть.
Гранаты есть. Ага, можем еще соединить. Так, нужна желтая трава. Все. Так, все мы там взяли? Все взяли. Сюда. Открывай ворота. Карта обновлена. Хорошо. Блять, у нас здоровья нету. Это вот херово. Ну, пришлось использовать, потому что я сейчас был бы трупом. Чаша искупления. Хорошо. Что еще тут есть? Все, ничего. И тут ничего. Патроны ПП. Угу. Так. Чего? А, световую гранату. Во, давай сделаем. Отлично. Есть одна флешка. Хорошо. Так, куда? Сюда? Правильно ли? А, вроде правильно. Так, сюда нельзя, да? Сюда нельзя, значит туда. Эшли, беги. Беги, Эшли, как последний раз бежишь. Так, если что, здесь можно на них скинуть огонь. А тут тихо. Да. Странно очень то, что это тут тихо. Что-то мне не нравится эта большая территория. Так, можно сюда, я так понимаю, да? Да, нам сюда и нужно, собственно. Шпинель, неплохо. Отлично. Отлично. Все. Кто там? Что это за звуки? Да, сука, в тебя нужно было выстрелить. Так. Порох. Так, сюда можно? Черт. Че, заперто? Почему заперто? Как туда попасть? Это можно открыть? Нет, нельзя. Стоп, что это? О, патроны на дробаш. Так. Проходная. Хуйс, проходная. Что тут еще есть? Все, наверх надо попробовать зайти. Пойдем наверх. Граната. Так, туда есть. А здесь что? Желтая трава. Вот это хорошо. Это хорошо. Так, есть одна хилка. Так, я думаю, лучше... Блять, постоянно забываю. На быстрый доступ пока поставить флешку.
гранаты приберечь. А, сделаем на ПП патроны. Так, дробовик перезаряди. ПП перезаряди свой. Так, можно сюда, можно туда. А я хочу сюда. Спрыгни. Отлично. Господи, ты как мешок с говном упал. Еще. Вот умница. Я вспомнил. Лечебный спрей. Здесь нам сейчас будут пизды раздавать. Заперто. Ну там заколочено, а не заперто. Так, дорогая. Еще. Вот умница. Так, там, по-моему, сейчас будут бабки с бензопилами. И их будет две. А у нас на дробаш нету патронов. Так, отлично. Так, все, пошли. Так, это я могу ее сюда посадить. А здесь что? Еще патроны. Отлично. Сюда ключик. Ставить ключик. Ключик в складку. Что это? Заколка. Так. Теперь что мы можем сделать? Патроны на дробаш не можем. Патроны на ПП. Я думаю, на ПП лучше сделать. Все, да? Я думаю, лучше на них... Ай, ёлки-палки. Быстрый доступ. И вот эту вещь использовать. На четверке она стоит у нас. Ну все. Ладно, пойдем. Прыгнуть. Так, дорогая. Жди. Что? Вот здесь. Что? Я ничего. Сейчас. Давай, залазь. Тебя распилят на раз-два. Вот умница, вот и сиди там. И желательно сиди до конца вообще. Все, желательно всю игру там сиди и все. И с тобой ничего плохого не случится. Так, я думаю, сразу нужно гранату приготовить. Будем, если что, закидывать их гранатами. Жесть. Черт, не знал, что это ваше. Да, не говори. Дамы, так. Я польщен. И я польщен. Еще. Ну-ка. Еще. Все? Блять, не все. Ой! Что, с одного раза? Ты что орешь? Ты вообще в этом должна сидеть, в шкафу в своем. Прекрасно. Они с одного удара распиливают. Так. Три гранаты, и они вообще живые. Значит, можно на них гранаты. Где мы? О, боже.
Так, тут мы собрали уже все. Жди. Давай, жди. Что? Тут. Ничего, жди. Сейчас. Что-то удивляется, так что? Ничего. Что такое помещение закрытое, что особо от них не денешься никуда. Сейчас могу ПП сделать. А, давай световую гранату сделаем. Так, мы же все подобрали. Вроде все. Спрей. Блять, я ж не выйду теперь. Так, быстрый доступ на четверку. И ладно, пробуем еще раз. Так. Жесть. Я пропустил было. Черт, не знаю. Дамы, не опольщен. Но все-таки. Ну беги куда-нибудь. Взять. Бегаем, бегаем вокруг. Сколько? Беги, 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 блядь! Блядь. Главное, эти сдохли. Это уже не такая проблема. Еще. Так, так, так. Отлично. Что еще? Брось. Там я кого-то еще поджег. Я сквозь текстуры ударил. Ага, ручка отлично. Что там? Ага.
самоподжение. Все? А, вот она. Тебе и звать не пришлось, ты сама пришла. Вот, прекрасно. Так, сейчас было бы идеально бы сохраниться, потому что снова так раскидать бабок я уже вряд ли смогу. А, сюда можно вставить... Что сюда можно вставить? Прямоугольник? Ну, давай 3 зеленых вставим. Отлично. Так. Все. Сохраниться я где могу? Что это? Патроны на ПП? А где они лежат там? Я их как-то не собрал. Блять, бабки с бензопилами — это вообще жестко прям. Правильно, что на втором где-то? И там патроны лежат, не собрал. Почему? Где? А, вот они. Так. Так, ну тут собрал. Тут где-то? Нет. Нанизу, что ли? Леон, там просто можно спрыгнуть. Блять, это еще овца убилась. Где там? Вот я на них иду. Они тут наверху? А, вот он. Ага. Так, надо торговцу далеко бежать. Ну ладно, пошли. А, сюда ручка эта нужна была. Ладно, где ты? Цела? Да, все в порядке. Вроде бы. Конечно, ты в шкафу просидеть. Умеешь убегать от стрёмных мужиков. Это у тебя комплименты такие? Комплименты. Леон. Я ревную. Так. Угу. А, хорошо. Сюда? Ну, вроде больше никуда. Какая ты неженка. Ой, неплохо. Ломай. Есть что-нибудь? Ничего нету. Так. Все, мы взяли тут. Хорошо. Так, создать что мы можем? Патроны. Давайте на дробаш создадим. И пока все. Да, здесь мы тоже, конечно, жестко много очень потратили. Идем. Что это? Что это за почтальон Печкин? Леон! Леон! Твою душу следует очистить. Очистить? Что это за Танос? Беги. Беги. Нет. Беги. Ой, беги. Стой. Опа. Да дура.
Как ты умудрилась ёбнуться? Почему ты не можешь просто за мной бежать? Староста деревни. Угу. Понятно. Тогда что нам нужно? Я с него прикольно шапку сбил. Так, тогда нам нужно... вот так. Продолжаем. Ой, нет, не туда. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Не паникуй. Ты как? Вставай, 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 вставай. Да. Беги. Эшли! Вставай, вставай, вставай. Беги. Куда? Сюда. Сюда. Сюда, сюда. Что с тобой? Блять, ну ты... Жопа большая, жрать надо много. Фу, меньше. Вытащила лапку. Повезло. Да. Мы убежали от Таноса. Подожди. Куча всего. Порох. Прекрасно. Я куча всего там оставил. Ищет тебя. Если снова его встретим, беги. Угу. А как же ты? А я побегу. Сделай, что должен. Да, ты в одну сторону, а я в другую сторону. За кем-то он точно не побежит. Что? Но поза. Не пойму. Не пойму. Так. Патроны. Ага, отлично. Привет, чужак. Привет. Привет, чужак. Так, здесь мы ничего не больше не можем. Скотобойня. Мне кажется, это какое-то сейчас будет сражение с боссом. Какая-то очень большая площадь. И тут уже замок. Так. Привет. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Что мы можем делать? Здесь ты ничего нам не можешь. Давай продадим. Что? Вот это нам уже не нужно, да? Ключ от старой часовни. Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. Все. Так. Куплю по высокой цене. Ничего все, что есть перед тобой. Что улучшить? На дробаш. Перезарядку хорошая. Улучшить. Попробуй-ка это. А, скорострельность. Держи, попробуй. И еще. Такой специалист, и здесь давай сразу тоже улучшим. Разницу. Отлично. Нож. Может, давайте починим нож. По-моему, отлично. Приходи в любое время. Хорошо. Так, сохранить. А, там что-то мне подсказывает, что сейчас будет сражение с боссом, потому что там очень открытое большое пространство. А, и впереди замок какой-то. Или что это было? Так, а что у нас, собственно, по патронам и всего прочего? Да, не густо.
Мы можем что-то сделать? На ПП. Давай на ПП. Так, здесь все по максимуму. Страшно. Страшно, да, страшно. А что делать? Фиолетовая трава. Ага. А, подожди. Вот, можно соединить. Ага. Блядь. Ну, я почему-то так и думал. Леон! Леон! Откажись от бесплодной борьбы. Бесплодный? Свое тело, воля нашего Бога. Херовый ты проповедник, если честно. Ага. Согласен. О, великий владыка, дай мне силы сокрушить твоих недругов. Твою ж мать. Эшли, беги! Поняла! Ага, поняла. Астелуэга. Боже, благодарю тебя за твой дар. Жив уродом. Уродом и сдохнешь. Не говори. Только сейчас я, походу, впервые сдохну. Что делать? Что делать? Блять. Не пойму, куда стрелять. Блять, в огонь! Мы горим! Сначала спрей. Леон, беги! Мы должны сначала все подобрать, потому что у нас нечем бить. Залазь, Леон. О, отлично. Я Ctrl нажал. Пробел. Ctrl. Стоп. Желтой травы нет. А что мы можем сделать? Ничего. А мы можем закидать его какашками. Вот так. Что я сделал? А, у него что-то там на спине есть. Это должно было сработать. Конечно. Залази, Леон, залази! С ним! Где? Залази! Ага. Я вроде нажал Space. Ага. Что? Что происходит? Пополам разделся. Что это за скорпион? Угу. Так, что делать? Что делать? Блять! Ага. Надо что-то делать. Я пригнулся.
зрителю. Фак! Эй, давай не распускай клешни. Блять, не успеваю. Стоп. Сначала сожри. Теперь контру. Отлично. Пизди его. Этот грех тебя не отпустят. Не отпустит, да. Куда он? Блядь. Сука. Фу-фу-фу-фу. Да я стрельну! У нас есть? Ни хрена нету. Так, стоп. Жрём. Вывалился. Леон! Леон! Леон, ты где? Леон. Тут все рушится! Да ладно. Вызывай пожарных. Ой, подожди! Подожди! Глаз! Передай привет твоему богу. Передай. Вылазь. Леон, скорей! Леон, у нас нет ничего. А спасибо? Пожалуйста. Спасибо. Пожар привлечет их внимание. Ага. Надо уходить. Надо. Так, подожди. Прекрасно, хилок нет у нас вообще. Леон, супер. Скажи, что я не стану такой, как они. Станешь. Я этого не допущу. Клянусь. Станешь, еще как станешь. Ой, Леон, лучше бы ты молчал. А туда никак нельзя попасть. Видимо, никак. Так. Я вообще не представляю, как дальше сейчас продвигаться. У нас ни хилок, ни спреев, ни травы, даже зеленой травы нету. Что это за флаги? Что это за коммунистический? Так, что-то где-то висит. Ага. Так, изумруд. И еще что-то где-то. Ага. Цвет волос красных. Цвет настроения. Золотой жетон, неплохо. Цвет настроения красный. Синий, красный, какая разница. Так, все, в замок идем. Эшли, идем в замок. Я буду принцем, ты будешь принцессой. А? Что происходит? Что происходит? Что у вас здесь происходит? Ну, по крайней мере, теперь нас не догонит. Идем.
нас некому уже догонять. Мы этого Таноса убили. Глава завершена. Хорошо, сейчас доходим, короче, до этого. Как вот? До торговца. Сохраняемся. И на этом серию уже надо заканчивать, потому что. Значит, видео я поставлю на обработку и к утру ближе, скорее всего, выкину. Вообще нужно желательно, конечно, какое-то определенное время выбрать, чтобы выкидывать видео. Не знаю, даже у меня так не получается, правда, чтобы в определенное время скидывать постоянное видео. Ну, собственно, у меня и аудитория, там 21 человек, по-моему. Как бы они не всегда могут в одно и то же время смотреть. Да, кстати, нас прибавилось целых на 3 человека. Это вообще супер прогресс. Ну, что это? Ола, это Луис. Вы еще тут? Да. Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао. Хорошо. Хорошо, внутренний двор замка. Так, глава 7. Луис, как... Сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. Угу. Идите во двор. У меня есть новинки, чужак. Сейчас, подожди. Зеленая трава. Так, что тут? Сразу все подберем. О, красная трава. А что, мы выстроили, что ли? Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Ну да, согласен. Так, соединим. Есть хилка. Хорошо. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Вот это нужно. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Одноразовый купон, который можно тронуть в улучшение для оружия любого уровня. Краску. Пошли нарастить красную траву. Лучше бы желтую повышал вероятность, она намного реже, чем красная трава. Так, а вот это вот мне нужно как-то заполучить у него. А, керамический сусунный флюгерную работу можно продать торговцу. Продаем. Все. Спасибо. А, что можно купить? Чернохвост. 1.40. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. У меня. Два 10, это улучшено. Что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Подожди, а если как... хочешь остаться в живых, как сравнить? Улучшай свое снаряжение. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Чем еще могу услужить? 1.40, боезапас 9. Все, что есть перед тобой. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков. Вот, сравнить. Друг. А я только со своим могу сравнить? Имеешься выбранное оружие. А, вот. А, исходный 1.50. А здесь 1.40. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Так, вот это нужно склад. 30 тысяч. А... 30 тысяч.
Мертвая бабочка? Срочно распродажа, скидка 30%. Схема патронов для револьвера в подарок. Спешите. Блять, тоже нужно. Блять, и это нужно. А, вот материал Б. Похрон для изготовления различных боеприпасов, гранат и стрел. Патроны на револьвер. Так, у него есть все, а у меня есть нет ничего. Так, значит, что мы можем продать, если мы... Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост. Компактный мощный пистолет. Сравнить. Я хочу сравнить. Вот с этим хочу сравнить. А, исходная. Мой лучше по силе. Но того лучше боезапас. А, перезарядка. И скорострельность. Но у моего еще мощность лучше. Фу, точность лучше. А, максимальная. Так. Исходный. 2.40. Время, день, 13. Что, получается только перезарядка, у него лучше скорострельность? Не, я свой тогда оставлю. Тогда нет, я просто буду собирать на скат. А, я куплю скат. И буду. У меня будет винтовка на четверку, ее просто поставлю и все. А, драгоценности больше... не пригодятся тебе в гробу. Ладно. Что, это все? Приходи это все, да. В любое время. Денег нет, но вы держитесь. Все, сохраняемся. Все, завтра, наверное, продолжим дальше прохождение уже непосредственно в замке. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо, всем пока.